Такая у нас конструкция сегодня. Это у нас алюминий, система провидаль. Открывается как шкаф-купе. И в ту, и в другую сторону. Делается она в одно стекло. Потому как балкон теплый, здесь толстый стеклопакет ставить никакого смысла нет. Вот так вот в закрытом положении. Ручки у нас с двух сторон. А стояла здесь вот такая вот штука тяжелая. Сейчас покажу. Вот она. Тираннозавр. Так, и одна небольшая деталь. Пол будет подходить под край рамы. Сейчас схематически покажу, как это будет выглядеть. Вот два варианта установки. В нашем случае будет этот уровень чистого пола. Профиль полностью спрятан будет в стяжке. И получается, что не будет никаких препятствий для ног. В классическом варианте профиль нужно будет перешагивать. Вот этот вариант, мне кажется, намного лучше. Используйте. Всем пока.